Всем привет, с вами Онкель Снайк и наше прохождение за беглого каторжника, который уже стал в одночасье достаточно крутым парнем. Женился, заимел свой город на побережье Южной Америки и ведет войну с голландцами. Война с голландцами не прекращается, хотя я уже поиграл некоторое время и в одного, чтобы прокачаться, и у меня даже есть пушка теперь в отряде. На самом деле просто так кота бегать и играть вместе с, ну, с прохождением, записью прохождения, на самом деле это очень-очень даже будет неудобно, потому что много времени нужно для того, чтобы прокачаться. Это лучше делать в офлайн режиме, а мне кажется, какие-то ключевые позиции можно будет и записывать. Хотя, конечно, может быть, в Mountain Blade, в каких-нибудь других модах, таких как, например, по Warhammer или еще какие-нибудь фэнтезийные, например, было бы, может быть, здорово и играть, как бы, без проблем развиваться вместе с записью. Ну, в принципе, об этом вы можете написать в комментах, как вы считаете. А я попытаюсь сейчас захватить Форт Якоб с помощью Луизы, которой я дал много-много солдат. Ну, как много-много? 125 у нее, 126 человек и моих 76. Я выздоровел, правда, Луиза еще и выздоровела не совсем, но я думаю, можно попробовать справиться. 200 человек их там и нас, соответственно, 200. Так, что же, как же сделать правильно? Во-первых, я хочу сдать деньги казначею. Сразу, подожди, ренегат испанец. Сразу хочу сказать, чтобы вы не удивлялись тому, что у меня много денег. И оказывается, здесь очень выгодно торговать пленниками. То есть при том, что у меня есть, вот смотрите, 270 тысяч и своих еще 300 тысяч сейчас. И город у меня отстроенный, но к городу мы вернемся позже. Так вот, посмотрим, когда вернемся с похода, с военного. Так вот, у нас с вами что получается? Так, а что такое? Ну-ка. О. Каждый раз нужно назначать капитанов, не очень это удобно. Так вот, так, секундочку. Талантов нет, ну все, я как бы на данном этапе прокачан. В определенной степени хорошая бронька у меня, и можно, в принципе, воевать. Так вот, о чем я говорил, я забыл. Мы говорили с вами о захвате, может быть. Так, ладно, давайте военный совет. И на чтобы Луиза напала на этот город, и я вместе с ней. Мне кажется, можно одолеть. Новое задание. Голландия. Форт Якоб. А, про пленников. Я, значит, получается, что мои патрули собирают. Патрули собирают пленников, а я их тупо продаю. Продаю в этом. В плантациях. Так, Луиза осаждает Форт Якоб. Блять, вот это что такое? Так, 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 призывается к битве на вашей стороне. Набег на город. Вперед. Чтобы покинуть город с награбленной добычей, вам придется силой пробиваться к воротам. Наверное, все-таки F2 за мной. И 2 F2 за мной. Что-то там загасили. У меня была попытка... Была уже попытка такая, я тут бегал. Тут самая сила, короче, начнется
Это все обычные обыватели. Самое зло начнется вот там, на выходе. Сорок один на 48. Сучка ушла. Блять, а чё так моих-то мало? F3 держать позицию, 1F3 держать позицию. Надо приготовиться к тому, что сейчас очень много, блять, 88. Да брось в эту тетку. Надо же гранату бросить. Бросить гранату в тетку. Сто семь уже. Пузо тебе. Блять, 127. Как так? Так, ну что, давайте тогда что ли в атаку. Быстренько перезаряжаем. Вот они выбегают уже. Надо принимать. Бой, надо быстренько перезаряжаться. 179 на 31. Что-то ерунда какая-то. Вообще должен быть пресс просто этих солдат. А, вот они. Эй, где мои, блядь, солдаты? Сука, это что такое было, блядь? Фу. Луиза, блин. Успеем ли мы съездить за подкреплением? Блять. Битва стала неизбежной. Блять, мне все это не нравится. Не пойму, как это сделать правильно. Почему у меня
почему получилось так, что Луиза не присоединилась в полном объеме? Наверное, надо было мне, нужно было с ней не это. Осадить город, приготовить лестницы. Сука. Повести воинов на штурм. Ни разу не брал вот, поэтому как бы интересно. Давай. Так, пехота за мной. Блядь. Что это было? Хуя себе, всех положили. Пехота за мной. Эти за мной. Артиллерия в атаку, да? Ни хера себе, всех одним махом уложили. Нормально. Так, F за мной, эти за мной. Все, F1 держать позицию. Блять, куда вы бежите? Ёбаный в рот. Уф. Посмотрим, как действует наша артиллерия. Ладно, потом перезагрузимся. Давай. Кого-то прикончил. Так. То есть наша арта, она дальше бьет. Ну-ка, что сейчас будет? Так, в принципе, можем пройти. Так, а если я призову сюда сейчас мушкетеров своих?
Так, мушкетеры нам понадобятся. Вот прям сюда. Ход тоже сюда. Пожалуйста, не подыхайте, а. F2. Так, пехота. Держать позицию F3. Мушкетеры за мной так и идут. Ой, блядь. Контратака. Блять, кто выстрелил? Короче, если бы мы не попали под артобстрел, если бы мы не попали под артобстрел, тогда все шансы были бы на нашей стороне. Давай еще раз. Так, отряд. Мне нужно дать ей задание. Так. Голландия. Форт Якоб. Давай, любой ценой. Строить набег. Сука, здоровый корабль. Фух. Какая идиотская серия получается. Блять. 2F1. Все в атаку. Но опять же, мы не можем одолеть 100 человек. Ерунда. Как там сделать правильно? Ну там просто корабль еще подплывает. Вот что неприятно.
Так, попробую призвать всех сюда. Быстренько перезаряжаемся. Ну, это ерунда. Только народ нам ни за что не одолеть. Блять, уёбище. Строить. Грабить его нет смысла. Но здесь регат 5-го ранга, ёпта. Выход. Что-то я делаю неправильно. Так. Как-то же я попал на поле боя. Может мне самому не соваться? Отдать ей приказ атаковать, вот в чем дело. Так, атаковать колонию Форт Якоб. Нет. Так, стоять. Что за битва? 98. Блять, да как же так, ёб твою мать. Ладно, подождем. Под осадой. Опять они бьются. Смотрим. Я не знаю, как действовать. Так, отряд. Можно повысить кого-то. Так, быстренько повышаем. Хм.
Ну все, задрачивают этих. Так, 68 из 85. Может быть, у нее... Ага. Блять, их 200. А, ну да, все правильно. О, блин, какая тяжесть. Блять, ну нихера себе. Отличная сделка, давай. Так. Что, нанять никого не можем? Ха. Не, а что происходит-то? Почему мы не можем зайти в город? Так, присоединиться к следующему штурму. Вот, блять, все сейчас F3, 1 F3, 2 F3, 3, блять, F3. Быстрее сюда. Один F2, 2 F2. Все за мной. Все, стоять. Фу, блядь, F3, 1, 1 F3, все, всем здесь. Потому что это просто жесть, то, что творится. Так, до нас не достают. Ну вот, наконец-то я спас своих людей. Ладно, пусть пока пару залпов даст. Но вы, пеньки, я, блядь, вас спас, нахуй. Я пойду схожу, возьму уголь с плитки. Тем временем, пускай наши пока отстреливаются. Заодно проследим, сколько народу убьет пушка. И также вдоль берега, я думаю, попремся. Силы практически равны. Смотри, что творят. Не особо много. Давай, один. Так, эти за мной. 2 F2. Бежали вниз, немножко подлагивает. Тоже народу много. О, наконец-то меня слушаются, блядь, солдаты. Карта есть, карты нет. На, вот это выстрел, видели? 30-40 человек повалили. Скорее всего, они не выдержат и начнут контратаку. Так, мушкетеры. Так, пехота. Один, держать позицию. Я очень волнуюсь, потому что два мушкетера за мной.
Так, давай F3 держать позицию. Пойду проверю, что происходит. Пушка конкретно. Ох ты, нихера себе. Блять. Тоже не смешно. Ну-ка. Сука, еще живой остался. Блять! Ну и чё? Пиздец, чё? Может, чё, мушкетёра в атаку, блин? Не удалось нам, блять? Пехота в атаку. Не удалось ни хрена мне повоевать. Пошел на разведку, и меня под стеной подстрелили. Давай, братва, не подкачай, я снизу посмотрю. Но пока вроде с преимуществом в 20 человек вроде одолеваем. Да, если преимущество в 20 человек будет продолжаться, в принципе, меня это устроит. Ох, нихера здесь что творится. Так, преимущество почти в 30 человек. Очень хочу взять этот город. Хотел научиться атаковать, но... Не получилось у меня. Так, артиллерии, наверное, прекратить огонь. Да, давим, давим, топчем. Жаль, жаль. Ну, значит, можно было сбоку вот отсюда народ пустить и самому со второго ряда атаковать. Ну и, собственно, нормально. Мне казалось, что это страшнее все будет. Оказывается, есть лазейки. И на пушке прямо идти не обязательно. Вау! Победа, народ! Мы захватили город. Так, наши
Так, убито 13, убито 10, убито. 29 всего убито, нифига себе. 20... А, еще союзники, 40. 30, 79 убито. И у них нормально так покоцали. Ваши владения расширяются. Отряд Луи захватил город Форт Якоб. Отлично. Ну вот на этом-то, ребята, надо нажать на F12. Пленных, ёпта, сколько пленных. Фу-ху. Блять, кто там? Так-так. Гарнизон. Форт. В гарнизоне народу нет. Ладно, сейчас я тогда... Так. Так. Дефицит оружия. Ну нифига себе. Так, что здесь есть-то? А, нанять клерка? Нихера себе. Войти в ратушу. Так, казначей, инструктор. Это мы уже бухаем в новом городе. Все, ну-ка выйти. Фух. Опять кофе, а это что? Красильня, краски. Прикольные краски. Ой-ой, сколько стоит. Так, тростник, соливарня. Давай зайдем в гарнизон. Нам нужно людей же набрать в город. Мушкетеров возьмем. Вот этих парней. Ну и, короче, я их отправляю в форт. Гвардейский морской пехотинец. Ну и по большому счету здесь будет перестроение, как бы. Так, а нужно же еще назначить губернатора. Так, муниципальные. Так, муниципалка еще не достроена. Так. Так, а у меня, наверное, можно, например, так, Ламор, казначей, маркетант, Франсуа Атрибьютор, Чипчан, Джон Кирк, Франсуа Атрибьютор. Ну-ка. Что она там буянит. Ладно, в общем, на эту серию закончим. И вернемся в следующую серию. И в следующей серии посмотрим, что
Блять, что это такое вот здесь? Попробую разобраться с происходящим. Ладно, всем пока, ставьте лайки, увидимся в следующей серии.